1970 году компания Yamaha стала одним из ведущих японских производителей мотоциклов, уступая Honda, но опережая Kawasaki и Suzuki. В то время как Honda уже начала перестраиваться на четырехтактные двигатели, Yamaha, как и ее другие конкуренты из страны восходящего солнца, все еще возлагала большие надежды на двухтактную технологию. И несмотря на появление своего первого в истории четырехтактного мотоцикла, Yamaha XS1, компания не собиралась уходить от своих двухтактных мотоциклов, которые принесли Yamaha успех как на потребительском рынке, так и на треке. Вследствие чего в 70-м году был представлен новый двухтактный зверь – Yamaha R5 350, он же YR5. Yamaha R5 350 на момент выпуска был, можно сказать, жемчужиной компании. Он мог похвастать лучшей производительностью любого двухтактного мотоцикла, выпущенного компанией ранее. Двухцилиндровый двигатель объемом 347 кубических сантиметров воздушного охлаждения выдавал на пике 36 лошадиных сил максимальной мощности при 7000 оборотах в минуту и 38 ньютон-метров крутящего момента на 6500. Двигатель работал со степенью сжатия 7.5:1. Питание силовой установки осуществлялось посредством двух 28-мм карбюраторов Mikuni. Причем Yamaha R5 350 имела раздельную смазку, то есть насосную подачу масла, которая также сгорает в цилиндре, осуществляя смазку на прога. Но суть в том, что насос подает точно дозированные порции масла сразу в впускную патрубу, поскольку бензин и масло находятся в разных баках и предварительно не смешиваются между собой. Кстати, объем бачка для масла у R5 2 литра. На каждый цикл работы двигателя подается очень небольшое количество масла, не более 1.5 грамма. Поэтому его приходится впрыскивать примерно один раз на 20 циклов работы двигателя, из-за чего последний весьма чувствителен к качеству смазки. Средний расход топлива Yamaha R5 350 составляет 6,5 литров на 100 км пути. Реальное значение, естественно, зависит от стиля езды и состояния конкретного мотоцикла. Максимальная заявленная скорость 160 км в час. R5 350 имел стальную дуплексную раму. Подвеска состояла из стандартной передней телескопической вилки и маятника с двумя амортизаторами сзади. Тормоза типичны для этих лет, и спереди и сзади установлены барабаны. К
Коробка передач 5-ступенчатая. Сухой вес мотоцикла 141 кг, а в снаряженном состоянии 155. На удивление, Yamaha R5 350 имел довольно маленький бак, объемом всего 12 литров. 73-й год стал последним годом производства, после чего R5 350 сменил куда более всем известный байк Yamaha RD 350.